Друзья, я всех приветствую на своем канале и вашему вниманию 10 копеек 1992 года Украины. Опять нам попадается лишний металл в ости, между остями, за счет того, что лишний металл вот здесь вот попался. И сместилась немного ось влево или вправо. Ну, в принципе, это не имеет значения. Уже такая монетка интересна. Оставляем в коллекцию ее для дальнейшей перепродажи. Цена такой монетки ориентировочно 10 гривен. Встречаются такие наплывы металлов, конечно. Но вот они более интересны в таких проявлениях, как цифры. В названиях, в остях, то есть в гербах, вот очень интересно, там раздвоение герба есть. Ну вот данный вид, в принципе, интересен для такого брака. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будет очень много интересных видео, очень много интересных разновидностей штемпелей, браков. С вами Перекупщик.